Как вы думаете, братва, зачем я сюда заезжаю? А сейчас вы все узнаете, парни. Так, куда бы нам встать? С этими рядом, что ли? Встанем, да? Короче, вот такую тему я заказал. Сейчас ее распакуем. Я вам покажу, что здесь. То имеем, то и... О-па-па! Та-ра-ра-ра-рум! Ту-ту-ту! Как я ее давно хотел. Да-да, поздравляю, вы угадали. Значок YouTube. Серго дальнобой. Такая табличка мне обошлась 1500 рублей. Придется вот это вот убрать. И вот сюда вот так вот сделаем. Как это красиво будет. Здесь у нас сразу идет под прикуриватель проводочки. 24 вольта. Но, блин, они нифига вот опять же не сделали этот сразу. Вставлять прикуриватель, это штучку. Придется ее доделать самому сразу. Скажете вы, откуда ты это вообще все нашел? Короче, ребята, я смотрю одного тоже блогера. Дальнобой с Владом называется. И я как-то у него на канале наткнулся на такое же видео. О том, что он вот заказал ее, купил. Но мне это вообще капец как понравилось. Ну и естественно, я тоже заказал и купил. Вот все. Надо будет прям не терпится уже подключить. Посмотреть, как это будет работать. Но я ни хрена не разбираюсь в этой шляпе, короче, как ее правильно тыкать здесь. Где плюс, где минус. Не знаю, надо будет спросить Влада, как он ее точно делал. Вот так вот. Такие дела. Обалденно. Все стоят, что, левый что ли? Вертолет, раз, я такой, блин, опасно, опасно. Проведу вам, друзья, экскурсию по молочному заводу. Вот. Сегодня что-то прям целый день узковато. Я легких путей не ищу никогда.